Добрый день, друзья. Тут такой вопрос к знатокам. Взял дальномер, но он не комплект. Вопрос, может, кто-то что-то находил? Я вот что-то искал. Там, я знаю, мне кто-то был в подписчиках, кто с оптикой возится. Не возится, занимается, вот, разбирается. Может, какую-то книжицу посоветуйте, еще что-то. Вот тут, смотрите, тут хорошая оптика, довольно вот большая, много линз, там две трубы получается, по-моему, с просветлением линзы. Вот, может, что-то из этого можно сделать. Ну, вот призма одна разбита, вот две призмы тут. Ну, понятно, что его можно продать, скорее всего, как дальномер на запчасти. Ну, если продать все можно. Может, что-то можно сделать для себя интересное. Вот вообще дальномеры, они дорогие. Ну, вот когда комплектные рабочие. Тут непонятно пока. Вот, это раз. И вот такую вот штуковинку еще взял. Ну, то есть, смотрите, линза с просветлением. Вот, меня там видно. Ну, немножко здесь разбито. Вы видите, то есть изображение получается не перевернутое. Такой как монокуляр какой-то. Вот непонятно, может, кто-то тоже знает, от чего это, для чего. Но в чем вот здесь, скажем так, проблема, оно этот разлагается свет, ну получается такой, с одной стороны как бы такой зеленоватый, ну, цвета спектра. Ну, вот сейчас. То есть, кто может, что-то я так поискал, потому что там изобретают каких-то там на Ардуинах, на эти дальномеры, там что-то еще, на ультразвуковые, вернее, да, на Ардуино ультразвуковые, ну, какие-то еще вот варианты. А вот чтобы взять вот из такого, и именно по оптике, мне что-то ничего не попалось. Вот, я сейчас вот снял, просто стало любопытно. Вот, ну, может, вот такая готовая подзорная труба почти. Ладно, сейчас буду разбираться. Может, ну, может, кто-то что-то подскажет. Кто-то, может, в курсе. Ну, заранее, как говорится, спасибо.